Перед вами портрет неизвестного кисти английского художника Джона Клостермана. Предполагают, что на этом портрете изображен Даниэль Пёрсел, младший брат знаменитого композитора Генри Пёрсела. О Даниэле Пёрселе сохранилось крайне мало известий. Он родился в 1664 году, то есть через 5 лет после Генри. Их отец, Генри Пёрсел, был придворным музыкантом. Есть свидетельства, что он солировал в партии тенора во время коронации короля Карла II. Отец скончался в год рождения Даниэля. Вероятно, Даниэль, как и его старший брат Генри, воспитывался дядей Томасом Пёрселом, также членом королевской капеллы, в обязанности которого входило петь и быть хормейстером Вестминстерского аббатства, получая за это в год от 40 до 70 фунтов. Кроме этого, после смерти Генри Лоуза в октябре 1666 года Томас занял престижное место личного музыканта короля. В его обязанности входили игра на лютне, виоле и пение. Некоторые исследователи утверждают, что наоборот, именно Томас был отцом Генри и Даниэля, а вот Генри только дядя обоих братьев. Основанием для этого утверждения является письмо, где Томас называет Генри Пёрсела своим сыном. Но, возможно, он усыновил его, или это слово «сын» используется в смысле духовного родства с племянником. Мать Даниэля и Генри, Элизабет, прожила долгую жизнь. Она умерла только в 1699 году. Но, исходя из документов, можно предположить, что она не была близка со своими великими сыновьями. Даже имущество ее после смерти отошло не живому еще в то время брату Даниэлю, а дочери по имени Кэтрин. В возрасте 14 лет Даниэль стал, как и его прославленный брат прежде, певчим в королевской капелле. В ее архиве сохранились записи, что выплаты ему были произведены между 1678 и 1682 годами. В 1689 или 90 году он, по всей видимости, стал органистом в колледже Святой Магдалины в Оксфорде. Там он стал известен не только как музыкант, но и как балагур и ценитель спиртных напитков. Именно в это время он сочинил свои первые значительные композиции, включая сочиненную в 1693 году «Оду на день Святой Цицилии». В 1695 году, когда его брат Генри скончался, он переехал в Лондон, но тем не менее сумел сохранить тесные связи с Оксфордом. Об этом говорят оды, посвященные Цицилии и написанные в более позднее время. По всей видимости, они снова предназначались для колледжа Святой Магдалины в Оксфорде. После смерти брата Даниэль завершил незаконченную оперу Генри Пёрсела «Индийская королева». В Лондоне он написал музыку для более чем 40 театральных постановок. В 1698 году, то есть через 3 года после смерти своего старшего брата, он сочинил «Плач на смерть» Генри Пёрсела. В это же время им были написаны оды принцессе Анне и королю Вильгельму III Оранскому. В настоящее время более известны его литургические пьесы, гимны и духовные песни. Однако он является и автором множества светских инструментальных произведений. 18 марта
1700 года London Gazette опубликовала следующее объявление. Несколько английских аристократов во главе с лордом Галифаксом для поощрения национально-английской оперы выделили крупную сумму в 200 гиней. Они предназначались для вручения в качестве 4 призов. Первый в 100 гиней, второй в 50, третий в 30 и четвертый в 20 гиней композитору в зависимости от места в музыкальном соревновании, которое они приняли решение учредить. Участники музыкального конкурса должны были сочинить семиоперу, полуоперу с пением и разговорными диалогами на сюжет «Суда Париса». Текст для постановки, называемый тогда «Маской», написал знаменитый писатель и поэт Уильям Конгрив. Именно он, по всей видимости, и был вдохновителем этого состязания. Вот краткое содержание оперы. Бог Меркурий спускается с неба с золотым яблоком раздора и просит пастуха Париса вручить его одной из 3 богинь – Юноне, Палладе или Венеры. Юнона обещает Парису мирскую власть, Паллада – победы в войне, а Венера – самую красивую женщину в мире. Парис отдает золотое яблоко Венере. В конкурсе приняли участие 4 композитора. Джон Уэлдон, который был в то время органистом нового колледжа в Оксфорде. Джон Эклс, работавший с Генри Пёрселом и незадолго до конкурса назначенный королевским магистром музыки, то есть в переводе на современный язык, ответственным за всю музыкальную жизнь королевского двора. Третьим композитором был Даниэль Пёрсел и, наконец, четвертым Готфрид Фингер, композитор и исполнитель на виоле, родом из Моравии, который к этому времени уже 15 лет жил и работал в Лондоне. Первоначально их произведения были поставлены отдельно друг от друга в марте и апреле 1700 года при участии 85 музыкантов и певцов. А затем все 4 произведения были представлены вместе в финале конкурса, который состоялся в лондонском театре Dorset Garden 3 июня 1703 года. В передней части сцены был построен свод из еловых досок, облицованный жестью, чтобы усилить звук и направлять его в зал. Помимо обычных театральных факелов, повсюду висели канделябры с восковыми свечами. Ложи и партер были совмещены, так что все сидели вместе. Весь зал был набит красавицами и щеголями, людей неподходящего вида было приказано не пропускать. Именно аудитория, прослушав все 4 оперы, выбрала победителя. Ожидалось, что победу одержит Эклс. Удивительно, но победа досталась Уэлдону. Эклс остался 2-м, Даниэль Пёрсел был 3-м. Аудитории не понравилось, что его опера была перегружена и чрезмерно пышна. И, наконец, Фингер оказался 4-м. Расходы на постановку и организацию конкурса покрыли билеты, продававшиеся на представления, а также продажа горячего шоколада, охладительных и спиртных напитков. Конкурс не оправдал ожиданий учредителей в главном. Национальная английская опера вскоре уступила лидерство итальянской опере. Эклс и Пёрсел сосредоточились на музыке для театра. Забавно, что этот же конкурс был повторен в Королевском Альберт-Холле в рамках сезона 1989 года. Лютнист и дирижер Энтони Рули, ансамбли «Концерт
of Music и Concerto Köln представили три сохранившиеся до нашего времени партитуры во время променад концертов BBC. Музыка оперы Фингера к нашему времени утрачена. Снова аудитория, как и в 1701 году, определила победителя. И именно в этот раз первая премия была присуждена Джону Экклзу. О последующем периоде жизни Даниэля Пёрселла практически ничего не известно. Сохранилось известие, что в 1712 году он давал сольный концерт в Лондоне. В 1713 году, в возрасте 49 лет, Даниэль Пёрселл стал органистом в старинной и чрезвычайно уважаемой церкви Святого Андрея, находившейся в Холборне. Это северо-восточная часть Лондона той поры. Должность органиста в церкви Святого Андрея он занимал до конца жизни. Именно интерьер этой церкви вы видите сейчас. В этом же 1713 году он опубликовал необычный комплекс работ. Коллекцию кантат, написанных в итальянском стиле, но на английские тексты. Умер Даниэль Пёрселл 26 ноября 1717 года. Он был похоронен именно в церкви Святого Андрея, где уже 4 года к этому времени он был штатным органистом.